Блин, то и дело какая-то движуха вокруг. В прошлый раз, кстати говоря, кто-то из ребят сказал, что заросли конопли вокруг. Ну, похоже, но это не конопля. Это плантация чего-то другого. Но очень много. И выше человеческого роста прям. Вот, кстати, добрел до этой железяки. Бывшая какая-то бочка железная, недопиленная. А за ней где-то с правой стороны как раз был дом. И вон я его, по-моему, уже вижу. Вон они, стены-то просматриваются. Отлично. Добрел. Здесь, кстати, где-то напротив тоже еще какой-то заброшенный дом. Я тут заходил-то. Это вот за этим забором. Смотрите, это нифига, глаза чьи-то светятся. Смотрите, видите, в кустах. Охренеть. Опа, моргает. Видели? Нихера, у меня прям от рук до самых пяток мурашки. Глаза-то достаточно большие такие. Вон они светятся. Сейчас шугану. Что это интересно? Лиса какая-нибудь. Надеюсь, не рейк. Опа. Далее. Животное какое-то сквозануло. Собака как ходит. Блин. Главное, чтобы этот лаз сюда не прибежал. А вот этот загадочный дом, где я в прошлый раз нашел шкатулку. И где был мужик, который вот зашел за этот дом и исчез. Охренеть, такие ощущения прям непередаваемые, ребята. Ощущение, что за этой дверью в этом доме может быть что угодно прям. Забывает что-то. Штаны висят все на том же месте. Чердак. Наверное, я в прошлый раз не закрыл. Вон туда, он куда-то в гору. Мужик этот ушел в прошлый раз, наверное. По крайней мере, я все просмотрел вокруг дома. Он как будто в воду канул. На своих местах, как в прошлый раз было, ничего не поменялось. Хотя, мне кажется, крышку сундука я оставлял открытую. Ты что такое?
Я что-то на крышу, что ли, упал? Или кто-то, блядь, на чердаке есть? Нифига, прикол. Блин. Сейчас я, ребят, на чердак попробую залезть. Сверток какой-то меня в прошлый раз напрягал. Такое ощущение, вон, ребят, дальше. Как будто это кто-то в одежде, короче, в зимней лежит. И уже обтянутые кости этим полушубком. Такое ощущение, что под этими тряпками кто-то лежит. Но это только кажется, скорее всего. Здесь вот, ребята, я нашел шкатулку. Опа, а это? Это уже рядом с домом. Что-то за движуха. Кто-то приперся, похоже. Точно какая-то движуха была. Кто-то там шарится, бля. Ощущение, что что-то светится, или может за мной наблюдает что-то. Что за хрень? Опа, исчезло, что ли? Не понял. Ага, нет, вон оно. Прикиньте, ребят. Там кто-то шарится, походу. Интересно, почему на одном месте, или это такой оптический обман? Вот, блин, отчетливо так прям видно. Время от времени, короче, свечение становится
не белое, а красное. Такое ощущение, что оно какое-то двойное, это свечение. Почему тут такое может быть? Капец. На поведение человека, кстати, что-то не похоже. Что там два огонька, и они а, смотри, красным стал огонек. Ни хрена. Видите, что мороза не зовут. Короче, ребят, ну вот здесь, я уже здесь стою, наблюдаю. Вот здесь вот впереди заброшенный дом стоит. Большой такой дом. Заброшенный. А вот там эти странные такие огоньки горели, то ли парой, то ли как-то ощущение, что два огонька рядом горели и двигались тоже как-то параллельно. Эти огоньки то белым каким-то светят, то красным, но тоже интересное явление. Короче, непонятно, что за движуха. Но вот стою, наблюдаю, и впереди пока нифига нет. Сейчас вернусь, короче, в этот дом. Хочу маленько постоять в тишине, потому что перед тем, как меня привлекла движуха вот с улицы, на чердаке тоже была какая-то фигня, но я залез туда и ничего не увидел. Короче, в темноте шарю спокойно. Хочу постоять здесь маленько в тишине. Может быть, что-то засниму. Короче, если ничего не получится заснять, то оставлю где-нибудь здесь, на этом столе, короче, потом камеру оставлю, чтобы попробовать что-то заснять. Возможно, какое-то движение будет. Так, выключу свет пока. Thank you.
вроде. Стоять можно так долго, кроме каких-то небольших или заметных стуков, скрипов, ничего не слышно. Оставлю видеокамеру здесь. Скорее всего, что-нибудь ночью снимется.